Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости дня». Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в городе области. В студии Татьяна Штылер. И вот некоторые темы выпуска. Дороги, детский сад и кольцевая развязка. Городу нужна новая инфраструктура. Дом есть, а жить в нем нельзя. Многодетные семьи добиваются проведения коммуникаций к своим участкам. Новые данные по коронавирусу. Число выздоровевших увеличивается. Уголовное дело за жестокое обращение с животным. Виновным оказался не тот, кого подозревали. Фотовыставка из Японии покоряет оренбургского зрителя. И начнем с новых данных по коронавирусу в регионе. В области увеличивается количество выздоровевших. В понедельник закрыли больничные листы 100 человек. За сутки тесты подтвердили вирус у 272 оренбуржцев. Общее число выявленных случаев заражения превысило 50,5 тысяч. В последние 24 часа опасная инфекция унесла жизни 3 оренбуржцев. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли уже 1156 жителей области. Дом есть, а воды и газа нет. В редакцию ОРТ обратилась семья Куликовых. В 2014 году они получили земельный участок в селе Паника. Там начали строить дом. Но жить в нем не могут. К участку до сих пор не подведены коммуникации. По российскому законодательству это обязанность администрации муниципалитета. С этой проблемой столкнулись и многие другие семьи. В ситуации разбиралась Мария Фирсова. В семье Куликовых 6 человек. Сейчас они живут в старом доме площадью 40 квадратных метров. Места не хватает, но приходится мириться с условиями. Здесь у нас зал. Какой-то зарисованный из этого. Ребенок третий занимается у нас музыкой. Также дети у нас ходят на танцы. Здесь у них небольшая спальня. Как могли, так сделали. При этом семья уже могла бы жить в просторном доме площадью 120 квадратных метров в селе Паника. Участок Куликовы получили еще в 2014 году. Построили дом, вложили в стройку деньги, силы, помогали и родственники. Но уже 2021 год, а возможности переехать так и нет. К участкам до сих пор не проведены коммуникации. Нет ни электричества, ни воды, ни газа. Вот сколько лет уже стоит, просто обидно, что уже начинают местные разбирать. То есть у нас там был наверху лес, уже растаскивают лес. Стоял у нас мини-вагончик, то есть где мы сами строили, как-то оберегали и охраняли. Вагончик начали разбирать, половину разобрали, пришлось самим приехать, вывести его. Дом Куликовых почти достроен, а некоторые люди стройку начали, но завершать в таких условиях не спешат. На этом месте мог быть построен дом, но из-за отсутствия коммуникаций строительство остановилось на стадии фундамента. И такой ситуации оказались более 200 семей. Семья Абдрахмановых – исключение из правил. Их дом достроен. Около 5 лет назад в строительство они вложили все деньги – материнский капитал. Планировали перевести туда престарелых родителей и детей. Но сын уже успел отслужить в армии, а дом все так же стоит. Никаких шевелений нет. Даже сами не знаем, как провести свет. Через деревню не разрешают. Без света здесь ничего не сделают. Все деньги туда вложили, и за эти деньги можно было квартиру купить, по идее. Так посреди поля стоят только 2 дома. Хотя здесь мог быть новый микрорайон. По словам главы Пугачевского сельсовета, проблема в бюджете. Денег не хватает. Когда их выделяют, тогда и начинается работа. Например, газификация планируется в следующем году. На данный момент получено положительное заключение по строительству электросетей в госэкспертизе. Сейчас находится в госэкспертизе проект на канализацию. И на следующий год мы в программе стоим по газоснабжению. Нам будет делать облгаз, как бы обещает на следующий год делать газ. Строительство электросетей пока еще денежных средств не выделяются. Семьи к таким прогнозам относятся скептически. Но ничего, кроме как поверить в то, что когда-нибудь в их домах появится голубое топливо и сгорится лампочка, не остается. Мария Фирсова, Семен Воробьев. Новости дня. Ситуация, когда многодетным семьям выделяют земли без коммуникации, не единична. В Матвеевском районе дело дошло до суда. С исковым заявлением обратилась прокуратура. Ведомство требует, чтобы администрация Матвеевского сельсовета обеспечила участки необходимой инженерной инфраструктурой. Судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Развитие города и активная застройка микрорайонов требуют строительства инфраструктуры. Губернатор области посетил новый микрорайон между проспектом Победы и улицей Черешковой. Он проверил ход работ по благоустройству территории и возведению новых объектов. Это детский сад, кольцевая развязка и дорога.
Детский сад в новом микрорайоне. Здесь развиваются сразу несколько крупных жилых комплексов. Времена года Рокоссовского ботанический сад. Образовательное учреждение тут острая необходимость. Места в нем уже распределены. Плановый срок запуска объекта – 2022 год. Также в микрорайоне в перспективе появятся образовательная и спортивная школы. Земля под эти объекты уже выделена. Сейчас внутри спортивная школа, детский сад, школа. На улице Рокоссовского началось строительство кольцевой развязки на пересечении с проспектом Победы. Примыкание к улице Терешковой будет обустроено уже в этом году. Сейчас ведется переустройство подземных коммуникаций. Это сети тепловодоснабжения и связь. После строительства кольцевой развязки и примыкания в 2021 году планируется реконструкция части дороги на проспекте Победы. Подрядчик выполнит фрезерование дорожного покрытия и замену бортов. Строительство непосредственно дороги общего назначения на улице Рокоссовского запланировано на 2022 год. Ее протяженность составит более 2 километров. Мы сейчас две развязки, соответственно, делаем, уже приступили. На саму улицу Рокоссовского в августе получим экспертизу. И, конечно, хочется в сентябре, чтобы уже подрядчик потихоньку зашел с точки зрения коммуникации, ну, с точки зрения земли. Да, часть работы сделал, но в следующем году завершил. Глава региона проехал по дорогам Оренбурга и обратил внимание на благоустройство улиц, особенно тех, где ведется капитальный ремонт. Рядом с новым полотном неухоженные клумбы и газоны. Такого быть не должно, отметил губернатор. Есть вопросы и по качеству. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, новости дня. На улицах областного центра продолжаются работы по ремонту дорог и тротуаров. Однако довольны ли оренбуржцы качеством? Наша съемочная группа посетила один из объектов. Подробности далее. Угол улиц Степана Разина и Чкалова. Новый асфальт здесь положили, но со старым не состыковали. В итоге не хватило буквально пары метров. Новый асфальт на Степана Разина заканчивается неожиданно, и водителям приходится резко тормозить. А это зачастую создает аварийные ситуации. Дорогу отремонтировали, а ямы и щебень остались, возмущены оренбуржцы. Недовольные пешеходы. Живем там внизу, Степана Разина, и нас очень не устраивает. Вот бросают на месяц, и никаких работ не производится. Вот что с одной стороны Степана Разина, что с другой стороны. Похожая ситуация на перекрестке улиц Степана Разина и Аксакова. Из-за разницы в высоте асфальтового покрытия водителям приходится преодолевать препятствия. Кто-то недоволен, а другие готовы терпеть. Главное, дороги делают, все остальное нормально. Нормально еду. Может быть, надо бы довести там вот эти детальки. А так вообще-то хорошо стало. Да ну, какие замечания, затрудненные движения. Неорганизованные движения. Плохое качество дорог, неровное покрытие. Как уточнили в администрации Оренбурга, на улице Степана Разина стыками на перекрестках займутся позже, когда будут укладывать верхний слой асфальта. Сейчас ведутся другие работы. Степень готовности дорожных работ на улице Степана Разина на 12 июля. Устройство тротуаров 95%, регулирование уровня колодцев 95%, установка бортового камня 30%. Завершить ремонт дороги на этом участке планируется до 1 сентября. Малика Джумалиева, Георгий Бурлуцкий, Владислав Горбунов. Новости дня. И к другим темам. Партия «Единая Россия» подала в избирком документы о выдвижении кандидатов в законодательное собрание Оренбургской области. На выборах в региональный парламент партию представят 104 кандидата. В областной избирком поданы список кандидатов по одномандатным округам в законодательное собрание 7-го созыва и областной список кандидатов по единому избирательному округу. В документах содержится подробная информация о каждом кандидате, которого выдвигает «Единая Россия». Это действующие депутаты, молодые политики, общественники, люди разных профессий. Обязательным условием для выдвижения от партии было участие в предварительном голосовании. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит такого рода отбор. С подачи документов начинается основной этап избирательной кампании. Кроме того, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов подает пакет документов, необходимый для выдвижения в Государственную Думу, и стал кандидатом по 143-му избирательному округу. Настроен на работу, потому что избирательная кампания – это очень серьезная работа, это большой труд, который необходимо будет провести за этот короткий период. Начинаем встречи с избирателями, заручиться доверием избирателей, доверием наших оренбуржцев.
Ну, а дальше побеждать. Напомним, региональный список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание области возглавляет губернатор Денис Паслер. Руководитель ковид-госпиталя Оренбургской областной клинической больницы номер 2 Светлана Быкова и председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев. Это решение было принято в ходе второго этапа 32-й конференции регионального отделения партии. Ранее на съезде «Единой России» в Москве были утверждены кандидаты в Госдуму от Оренбургской области. Тройка лидеров списка в Оренбуржье – это Денис Паслер, Светлана Быкова и Сергей Грачев. В одномандатных избирательных округах партию представят Олег Димов, Андрей Аникеев и Виктор Заварзин. Добавим, областной избирком 10 июля заверил списки кандидатов трех избирательных объединений. Это Российский общенародный союз, Новые люди, Коммунистическая партия Российской Федерации и ЛДПР. Выборы в Оренбуржье, как и по всей стране, пройдут 19 сентября. Придя на избирательный участок, каждый сможет выбрать своего кандидата в Законодательное собрание области и Государственную думу. Сейчас прервемся. Вот что будет в нашей программе дальше. Уголовное дело за жестокое обращение с животным. Виновным оказался не тот, кого подозревали. Фотовыставка из Японии покоряет оренбургского зрителя. Победное начало сезона. Оренбургские футболисты одержали громкую победу. Это новости дня. Мы продолжаем. Около 12 тысяч оренбуржцев в 2021 году получили ипотечные кредиты. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Оренбургском отделении Центробанка России. Чтобы улучшить свои жилищные условия, в среднем жители области брали кредит на сумму в 2 миллиона рублей на 20 лет. Объем ипотечных займов в регионе вырос на 68% и составил более 23,5 миллиардов рублей. Из них почти 6 миллиардов банки выдали под залог по договорам участия в долевом строительстве, что в два раза больше, чем годом ранее. Спрос на ипотечном рынке поддерживается государственными программами льготной ипотеки и привлекательными процентными ставками. Так, средняя ставка по ипотеке в мае в Оренбургской области составила 7,5%, а по кредитам на долевом строительстве ставка была еще ниже. 5,7%. Ипотечный портфель в регионе за год вырос на 22% и достиг на 1 июня 124,5 миллиардов рублей. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Десяток пожаров, столько же дорожно-транспортных аварий, происшествия на воде. Эти выходные не обошлись без серьезных инцидентов. Есть погибшие и пострадавшие. О самых заметных случаях за минувшие два дня в обзоре моих коллег. Происшествие на воде. В Бузулуке в реке Сакмар утонул мужчина. Как сообщает в пресс-службе МЧС, он ушел купаться в субботу около 8 часов вечера. Больше домой не возвращался. Водолазы уже несколько дней обследуют дно, однако тело найти пока так и не удалось. Возгорание в многоквартирном доме в Оренбурге. В ночь на 12 июля пожарные тушили квартиру. О происшествии на улице Курганской стало известно в 2 часа ночи. На вызов оперативно прибыли 16 огнеборцев и 6 единиц спецтехники. С пламенем боролись более 2 часов. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 5 утра. Огонь повредил вещи и внутреннюю отделку квартиры на общей площади 40 квадратных метров. Из-за сильного задымления специалистам пришлось эвакуировать жильцов дома. Погибших нет. Причины пожара выясняются. ДТП на трассе Оренбург-Акбулак. Авария чуть не унесла жизни 4 оренбуржцев. По данным регионального УМВД, 46-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения. Машина опрокинулась на дороге. Водителя и 3 пассажиров госпитализировали с различными травмами. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Смертельная авария на трассе Сулилецк-Буранная. Столкновение произошло на 30-м километре дороги. Прибывшими на место полицейскими установлено, водитель не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся. Машина перевернулась несколько раз. От полученных травм мужчина 1993 года рождения скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Пытался украсть велосипед и автомобиль, но устроил ДТП и сбежал. Горе-угонщик в Оренбурге попал на камеры видеонаблюдения одного из домов по улице братьев Черепановых. По словам очевидцев, сначала мужчина хотел украсть двухколесный транспорт. После тщетных попыток взял реванш, но уже со средством передвижения побольше.
Кирпичом угонщик разбивает лобовое окно отечественного автомобиля. Пытается завести с толчка, катая его по двору. Устраивает ДТП и скрывается с места происшествия. Сейчас неудавшегося угонщика ищет полиция. Анастасия Кубатко, Антон Полянский. Новости дня. Уголовная статья и лишение свободы за жестокое обращение с животным. В отношении жительницы Оренбурга возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание за то, что выбросила собаку с 9-го этажа. Напомним, трагедия произошла в июне на улице Донковцева в областном центре. На 47-летнюю жительницу Оренбурга возбуждено уголовное дело. За жестокое обращение с животными ей грозит до 3 лет лишения свободы. Трагедия произошла 22 июня. Тогда очевидцами стали сразу несколько человек. Люди обратились в редакцию ОРТ. После нашего сюжета и заявлений жильцов правоохранители инициировали проверку. В ходе проведения проверки нам было установлено, что женщина, находясь в квартире 9-го этажа по улице Донковцева, 5, из балкона выбросила собаку немецкой овчарки. В ходе проведения экспертизы отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 245 «Жестокое обращение с животным». В дальнейшем проводится расследование. Экспертиза установила, что животное погибло от падения с высоты практически мгновенно. При падении она получила множество переломов и повреждений. Но это не единственный случай в Оренбургской области. За жестокое обращение с животными в судах Грачевского и Октябрьского районов рассматривают 2 аналогичных дела. Причем в одном из них бездомного пса выбросили с балкона 2-го этажа. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, тема требует огласки, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей ситуации можно сообщить по номеру 8 800 257 00. Звонок бесплатный. Увидеть Японию, не покидая Оренбург. В выставочном зале Музея изобразительных искусств новая экспозиция. Работы фотохудожников страны восходящего солнца. Открытие выставки посетили Малика Джумалеева и Владислав Горбунов. Сакура, кимоно, гора Фудзияма – символы Японии, какими их видят сами жители страны восходящего солнца, сегодня в выставочном зале музея ИЗО. Пейзажи, натюрморты, портреты – все работы напечатаны на уникальной бумаге васи, которая изготавливается из риса, пшеницы, бамбука и тутового волокна. Бумага ведет себя удивительно на свету, потому что она не цветает на протяжении многих сотен лет. На картинах нет никакой механической обработки, это все ручная работа. Бумага может сохранять свои свойства от 500 лет до 1000 лет. Уникальные свойства уже проверены временем. Технологии более 1000 лет. Мастерство передается из поколения в поколение. Из этой бумаги делают даже одежду. И именно в подобном кимоно люди молятся богам. За оригинальной подачей фотографий немало внимания и содержанию работ. В каждом кадре особый восточный колорит, который бывает сложно описать на русском языке. Но иногда все понятно и без слов. У них немножко такое другое мироощущение, такое какое-то космическое, да? Они в каждом цветке видят космос или там в горах. Это действительно другое какое-то мироощущение. Поэтому выставка потрясающая, конечно. Есть чему поучиться, есть что посмотреть. Идея выставки возникла 2 года назад. В Оренбургском музее ИЗО уже не впервые приобщают зрителей к японской культуре. В этот раз фотохудожники и сами загорелись идеей посетить далекий город на стыке Европы и Азии. Более года переписки с японскими коллегами, и несмотря на ограничительные меры, идею удалось воплотить в жизнь. Думаю, что этот выставочный проект станет ярким свидетельством того, насколько культура может решать порой намного лучше каких-то политических, дипломатических приемов и снимать границы между государствами. Выставка продлится до 15 августа. И все это время гости из Японии проведут в Оренбурге. Им предстоит большая работа – запечатлеть красоты нашего региона, его природу и местных жителей. А результатом станет выставка, которую японские фотохудожники покажут своим соотечественникам на родине. Малика Джумалеева, Владислав Горбунов. Новости дня. И о погоде. На этой неделе в Оренбурге, по прогнозам синоптиков, будет жарко. Столбики термометров достигнут отметки в плюс 32 градуса. Местами по области ожидается дождь с грозой, а ветер усилится до 15 метров в секунду.
Во вторник в западной и центральной части области возможен дождь с грозой. Он будет сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 26-28 градусов днем и плюс 14-16 ночью. В среду сохранится облачность, но дождя уже не будет. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. В четверг усилится влияние атмосферных фронтов, которые связаны с северными циклонами. И осадки будут отмечаться у нас практически на всей территории повсеместно, начиная с северо-западных районов и смещаясь в восточном направлении. В пятницу и субботу снова начнется дождь. Он коснется западной и центральной части области. При этом столбики термометров достигнут 32 градусов жары. В воскресенье местами облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 15 метров в секунду. На этой неделе зафиксирован высокий уровень ультрафиолетовых лучей. Стоит избегать длительного времяпрепровождения на солнце. А также не забывать о защите кожи и глаз. Большой футбол возвращается в Оренбуржье. В минувшие выходные стартовал чемпионат футбольной национальной лиги. В первом туре Оренбург на своем поле встретился с астраханским «Волгарем». Подробности у Вячеслава Кампы. Оренбург начинает с места в карьер. Уже на четвертой минуте прострел с правого фланга находит на краю штрафной одинокого Александра Эктова. Мощный выстрел в ближний от вратаря угол открывает счет в матче. Буквально в следующей атаке «Волгарь» мог сравнивать счет. Два сильнейших удара в своей штрафной блокирует полузащитник Оренбурга Копленко. Наша команда играет высокий прессинг и раз за разом накрывает соперника на его половине. На 18-й минуте еще одна пушка, на этот раз от Алексея Миронова, удваивает преимущество хозяев. Тренер гостей после матча сетует на невезение. К сожалению, у нас первый блин вышел комом. Очень большую фору дали сопернику в первом тайме, тем более на поле Оренбурга. Легкие мячи пропустили. Но два первых гола были лишь началом. Каждая атака хозяев оборачивается настоящим пожаром в штрафной площадке «Волгаря». На исходе получаса игры дело доходит до разгрома. Мы сегодня победили, да, но всегда надо сказать хорошие и плохие моменты. Это не значит, что ты победил, что все было хорошо. Не-не-не. То, что может быть в следующей игре ты можешь проиграть игру, но то, что может быть так, что ты проиграешь, но покажешь хорошую игру. До перерыва Оренбург успевает провести еще несколько острых атак. В одной из них хозяева убегают впятером против троих. В центре штрафной один остается Алексей Миронов, который оформляет дубль. Супер впечатление. Забили 4 в первом тайме. Как и хотели, в принципе, начать. Но все равно дали некие моменты, который соперник мог реализовать, так что будем исправляться. После такого начала второй темп превращается в формальность. Моментов заметно меньше, счет 4-0 сохраняется до финального свистка. За матч Оренбург нанес 19 ударов по воротам соперника. А в следующем туре наша команда на домашней арене встретится с липецким «Металлургом». Вячеслав Кампа, Антон Полянский. Новости дня. И теперь к отключениям. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 13 июля будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге. Список улиц с номерами домов и временем отключений на вашем экране. Будьте внимательны. Кроме того, света не будет в ряде населенных пунктов. Это поселки Нижнесакмарский, Пригородный, Неженка, Светлогорка. Обратите внимание на адреса. Также подача электроэнергии будет приостановлена в селах Визовка, Мирный путь, Яровой, Белиновка. Филиал публичного акционерного общества «Россети» «Волга-Оренбург-Энерго» просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. Это все новости дня. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru, а также в официальных группах ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». До встречи в эфире.